Друзья, мой спаситель Таутвидас паркует машину. Я его прокачу на планере Пухач. Ну, погода, конечно, как это, как обычно мы говорим, погода бомба. Но делать нечего, человек из Вильнюса привез мне камеру взамен простреленной. Я вам покажу, я вам покажу, откуда стреляли в планер мой. А я вам сейчас покажу, откуда на меня из Белоруссии стреляли. Смотрите, какое замечательное, так сказать, отверстие в камере. Видите, идет ремонт колеса. Доброе утро. Мы готовимся к полетам. Второй соревновательный день будет в классе ретро-планеров на аэродроме Кауновского аэроклуба. Пилоты завтракают. А некоторые пилоты, которые вчера не отремонтировали планер, ремонтируют сегодня. Повезло, просто нашлась камера. Погода нелетная, но мы полетим. Сейчас вот даже вот смотрите, это идет не дождь, это идет уже град. Ну не град, а такой мелкий град. Микроград. Алдос, он никогда не врет. Скажи, пожалуйста, ты чувствуешь, что это микроград? Ну такие нет. Вот. Ну как нет? Посмотри, чпокает тебя снежная круша, как говорят. Литовский град круша. Мы с круша. Круша. Та вот видай, то готов. Пасирочес? Галис Кристи? Я пасирочес. Если всегда так ару скрейдат, целая, кол пуча веса, курительно, и тогда скрендат. Как благя орос, то лингзмяу. В некоторых местах облачность идет от земли до неба. То есть вот все прям. Поэтому вот это, в этом опасность. То есть вот прилетаешь, видите, висит прям облачность почти до земли. И как приземляться в таких условиях? Это еще ладно, равнина, а в горах как? Поэтому мы ждем улучшения метеоусловий, чтобы полетать в нормальной обстановке, как мы обычно летаем. Мы же, самое главное, топим-то за безопасность, да? С Игорем, да, всегда. Топим за безопасность? Кайпшуню Вардас. Коко. Коко? Коко? Коку? Среди всех безбашенных пилотов Игорь самый безопасный, но безбашенный. Безопасно безбашенный. Да. Тупо сиро сейчас? Нет, дождь, нет опасности. Я шла, когда дар степел, пройдя слит, это так красиво. Когда бус дар дынг свел, тейп? Попуча у меня шва, жилек. Какая дружба. Меня любят собаки. Все вообще любят, в принципе. Собаки больше всего. Ну, Драугей, драугей, мы отсюда вим, драугей. Как не было ужаса. Прошла вот эта вот страшная стена осадков. Видите, умчалась куда-то на юг. Ветер у нас северный. И мы наблюдаем зону солнышка с прогревом. Следующие облачка. Ну, то есть эта зона будет постепенно заполняться тоже облаками. Классическая ситуация при проходе такого фронтика. И мы чуть-чуть подождем, попытаемся за какое-нибудь облачко зацепиться, чтобы полетали подольше. Ну а кейптусовя яучи? Герей вискас? Уж дарить таугаупта? Да, вискас герей. Ну давай, аж породи всю кейптус криси. Ну давай. Кейприэли и вискас бус. Ну, потогу? О! Яу патянгентас. То су ко скридей, анкчеу, су параспарню? Аш скридел су парамотару. Су парамотару. Бачи, лабей дамас далекас, нас кей жюри шона. Tai sklandytuvas atrodo daug saugesnis, bet kai atsisėdė, tai saugiai jautiesi. Palauk, tu nekeikis, todėl kad pas mūsų kanalą žiūri ir vaikai. Друзья, эмоция, ощущение запикаю, потому что у нас канал детский, фактически. Вечером вместо спокойной матерши смотрят, детям показывают. Летим мы на планере Пухач. На таком я когда-то на Кавказе летал разочек. Надо хоть разобраться, что здесь, что здесь что. Это, судя по всему, воздушные тормоза. Вот он, триммер, оказывается. Аэродинамический, соответственно, триммер. Интерцепторы, закрылков у него нету. Ну, собственно, это и хорошо. Огромного размера багажник. Можно слона засунуть. Ой, такой сарай летающий, честно говоря, кабина гигантская. Погнали, закрываем фонарь. Ага, палаук. Ага, уж сюда поставил по чуде? Да, уж сюда. Герой.
Вильга нас посыпала огромным количеством травки. Ну, травы. Не травки, травы. Сейчас натягивается трос. И мы попробуем взлететь. Алдес нас выпускает. Ну, сейчас вы видите все глазами инструктора, как это происходит. Впереди счастливый будущий пилот. Ну вот. Оп. Аж мотей суши, то не ця нейлеба и скридаутой не присимену, как ча вискас. Ну, скрянда, ну, ирка. Кок скиртумас. Ой. Ну, матай, гана толи, тас дебеселес. Taip, žinai, aš irgi žiūriu, atrodė, kad labai prie mūsų, bet nu, nutems Vilga. Kol, žinai, mes skrysim, ten ir pakilsim, turbūt. Aš tai norėčiau, kad ten nutemtų, pažiūrėsim. Oblaka kazalas dalčių, čia я рассчитывал. Видите, как далеко. Ну, надеюсь, что пилот меня таки туда затянет. Оп. Ну, если нет, будем здесь искать что-нибудь. Аэродром сзади остался. Что я могу сказать про планер? Летит. Пока ничего не могу сказать. Так, такой достаточно дубовенький такой. Главное, что кабина какая-то гигантского совершенно размера. Это, конечно, впечатляет. Пикетай. Ага. Отсекабина Вильга. Друзья расцепились самолетом. И полетели в сторону облака. Потрогал трупучу, какое аж греете по жюрище. Чем-то с добротой? Я. Вот ты вот с чем-то. Ты им поиролы здесь, крис кресей. Вот ты. Поимка, ага. Ваш камера потряси все. Яре. На ту вайрой, из кондитува, как там? Сайлинг смотри, как ты река вайрой. И дячина добар. Давай ж подейсю. Тау реке скристи тесей. И чита дебеси. Kažkur čia turėsim kilimą, matai? Dabar beveik nulis ant variometro. Va čia, ne? Tai, ne, vat, ne, variometras čia, dešiniau, va. Ja. Tai jeigu bus pliusas, tai rinksim aukštį. Va, tai imk vairolazdę. Laikau. Ir va taip tiesiai skrendam. Gerai. Вот, друзья, вполне себе нормально летает будущий ученик. Всегда, видите, одна ручка. Ну, да. Ча висада был по свису, вот токс это, грузишкой виляет, как падшая девушка. Сынку погал. Ну, тейп, не погался колкас. Бет вистек, мотай, тут есть и скрянди, вискас герей. Герс. А если траукчу и себе? Грейтис помоджес. Ну, джурек, подпободник потрауг и себя. Ir matai, greitis mažėjo. Ir dabar mes jeigu... simnosime, ne? Taip, bet jeigu bus per mažas greitis, sklandytuvas neskris, o įeisiu suktuką. Mums tokio nereikia. Nu tai ką? Lemba, koks jis jautrus daiktas. Nu, patinka tau? Įdomiai, tikrai. Aš eit su sklandytuvais akrobatiką užsiminėjau. Taip, aš tau paskui kažką parodysiu. Gerai, aš paėmiau valdymą, man dabar labai reikia kilimų rasti, todėl kad jeigu mes su tavim norim truputį ilgiau paskraidyti, tai reikia vietos, kur oras eina į viršų. Logiška. Ar tokios vietos aš dar neradau. Kol kas. Turėtų būti priekyje šito debesio, prieš vėją jeigu eini, vat prieš vėjo pusę kažkur ten turėtų būti. Na taip, pakol kas apie nulį. Viršų neinam, bet ir nežymėjom beveik. Nu, pabandysiu, žinai, taip pasukt, pažiūrėt, kas čia darosi. Stipriai viršų nekylam, bet nuliuką tokiu. Matai, aerodromas nelabai toli, tai mes stipriai, žinok, ir nenuskrydom. Aerodromas tenais tarp medžių vadas. Taip, o, viskas, jau turiu kilimą, matai, iki 2 metrų. Nu ir pradedam rinkti aukštį. Все, друзья, я встал в поточек. На варике 1-1.5 метра, мне достаточно. Набираем высоту. По статисю триммере и максимум, пожюрясь, как щита склондиту, у вас он минималоус греечо скренда. Дабара, что не здесь, чем тейп? Я. Это и скренда. Итак, мы снова в небе. На данный момент мы летим на пухаче в планере. Это весело и прикольно. И добрались до кромки облака. К
Tūkstantis kiek, 300? Tūkstantis 300 penkutė, jo. Aha. Nu, tai bus 1300-400. 1400 метров кромка. Ну, я уже сегодня летал на деревянном планере, поэтому все хорошо. И мы ее выбрали. Сейчас попробую показать, потрогать облака. Ну, рядябеси, парагаут. Давай. Ты палаука, шпринг, все тогда максимум и трупу тебе кищу, склондитува и рядябеси, герой? Давай. Че дарить тейп не гальма, бед гальма. Пасирожки ишкиси ранка пер ланга, герой? Давай. Когда аж посакисю. Bet dabar nereikia, kol kas palauk. Tuoj aš įlysiu į debesį. Drūdžiai, smadrytė. Davai, galima. Na kaip, debesis? Jo, šaltas. Šaltas. Gali uždaryti vėl. Nu tai vat, daviau tau galimybę pabandyti, kas yra debesėlis. Taip. Kas nepatinka su lėktuvų lyginant? Nu, liūdna. Liūdna? Mhm. Aš paėmiau valdymą, padarysiu. Davai, nuotrauką galim padaryti. Žiūrėk, Nemuno kilpa dabar. Aha. Birštonas ir kokia graži vieta. Aš esu skraidęs su paramotaru šitas apylinkės. Aha. Čia Prienai kažkur netalė, ne? Taip, priekyje. Čia mano mokytės, toksai Ričardas. Tai aš čia pievose lakstydavau pasimt. Ну что, друзья, посмотрите, насколько красиво смотрится петля Немана сейчас. Просто фантастика. Бирштонас. Очень красивый городочек. Курортный. Это совершенно вид потрясающий. Идут дожди. Идут ливни. И мы парим над этим всем великолепием. Есть энергия. Но сейчас, видите, вот уже дождь. Он наш аэродром не закрыл, но нам, в принципе, в сторону аэродрома, в общем-то, надо тянуть уже. Вот, аэродром сейчас крыло показывает. То есть, видите, что мы высоко еще над аэродромом, но далеко от него летать не стоит. Сейчас чуть-чуть в сторону города Преной слетаем и пойдем уже на посадку. Задача выполнена. Пилот счастлив. Тупотянки нас по жюреке. Чего, герой? Герой? Pats svarbiausias, kad... Galvoju, kad reikės laikyti licenziją. Tai aš tave, kaip vadinasi, ukusil įkandau. Realiai taip. Nu gerai. Ko daugiau sklandytojų, to geriau. Čiem, drūzija, bolšiai planiristov, tiem lūdši. Būdim šitai, što pirmai ukus praizašau. Udačno. Sama glavne, nu, jau apšiai šiastik, što mne udalosi. Слетать так, потому что меня тоже спасли, мне привезли камеру, вместо взорвавшейся камеры на моем планере деревянном. Камере, наверное, столько лет, сколько и планеру, он 65-го года. И вот, конечно, камера 65-го года не выдержала моих над ней издевательств. Я садился с боковым ветром, наверное, немножечко подразул колесо с непривычки. Ну, Жюрек, как гальма дарите су склондитуву? Давай, парадик. Как не бьете. Вот, добар джиминейном, прилинком греете. Добар, оп. Ну, че, не килпа, вот тайп джинейтокс. Никто, на. Гражу. Потрав кояш, не мотал гречу. Ага. Дальше это зря развуло. Килпа не норю дарить, то я не знаю, гальма супу хочу дарить арня. Čia klubinis pukačius, žinai, kad... Ten dar vienas atsarai. Matau, čia atvaro sklandytuvai. Čia lėktuvas atvarė. Čia lėktuvas, jo. Tai mes galim su lėktuvu paskraidyti, žiūrėk, kaip gražu. Tuoj pažiūrėsiu jį, mes supikiruosim. Koja tik tai patrauk, kad aš greitį matytum. Kur tas lėktuvas, nematau. Va, oi, jis per žemai. Žiūrėk tai. Ir vėl. Bet kai krūvė jaučiasi. Vau. Na ir žiūrėk, tai vadinasi, ką kada. Kai... Į viršų galima, o paskui žiūrėk kaip. Nesvarumas. Op, kažkas
skrenda pas mane už pukalyje ten. Pasau, čia kiek kitoks dalykas. Tai vat, nu, taip galima vat, nu, spiralį daryti vat tokiu giliu, žiūrėk. Nu, ir nieko, nieko blogo neišeina. Skrenda jis ir skrenda. Lemba, koks geras išdirbtas daiktas. Nu, taip gerai sukasi jisai. Ir greitis nedidelis, op. Aukštis pas mus kokie 500 dar. Ja. Yra dar. Apie 500. O, tai žinai, blogo nieko, nieko tu su šitų sklandytuvų nepadarysi, todėl kad matai jis ir taip skrenda, ir taip, ir... O, dabar kokie 400 laipsnių, tai tikrai yra posūkis. Matai, ir greitai sukasi. Друзья, как может планер вращаться? Ну, gerai, ir mums reikia pamažu jau eiti prie nusileidimo. Nusileidimo, todėl kad ну, kaip dar yra, kita 300 metrų, kai būsim tada, galim priskristi prie aerodromo, pažiūrėti, kas ten darosi ir tada jau. Bet eik pasau, šiaip kaip mane nustebino šitas dalykas. Ну, tai dabar dar nustebins. Kiek aukštis, pažiūrėk? 300. 205 gal sakyčiau. Op, ir žiūrėk, kiek galima aukščio pririnkt, kai jeigu greitį pamažint. Matai? Geras. Nu, tai vat yra toks dalykas. Blemba, lėktuvas nori tūpti ar nenori tūpti, aš nelabai supratau. O jisai operacija nesako nieko? Nu, vat, skrenda dabar. Ašgi sklandytuvas, aš jį negaliu. Kažkur skrenda. Didelį ratą tokį padarė. Tups turbūt. Nu ir mes po jo tada tupsim jau. Pas mus dar aukščius yra, bet... Taip, ko dabar man reikia greitį matyti? Todėl, kad aš, žinai, tolin nuo aerodromo nuskrysti su šitu vėju nenoriu. Taip. Pabandysiu stabdžius. Nu, gana efektyvus. Nu, matai, vat, mes ant final iš toliau einam ir matai, kaip neduoda mums eiti į priekį. Aha. Tas vėjukas. Nu, tai vat matosi, kad, žinai, stiprus vėjas, gana stiprus. O čia normalu, kad jisai taip siūbuoja? Taip. Ir mums reikia kur nors atvažiuoti arčiau prie aerodromo. Bet jinai vėjukas tikrai jau toks. Neduoda eiti priekį. Op. Bet aš labai prie angarų nenoriu skristi, todėl kad stabdžių nebėra pas šitą sklandytuvą. Aha. Kiek dabar greičio aš turiu? 100. Nu gerai. Ateisim arčiau ir ten kur nors aš nutupsiu. Nu dabar matai, prie žemės galima skrys. Va tai va tai. 90. Va tai kaip pėsčiom einam, matai. Rekalas. Tai koks geras daiktas. Nu taip. Pėsčiom, dar skraidom, skrenam. Aš mažinu greitį. Oi, kad op. Ir nusileidom. Matai, kaip įdomu. Ir matai, stabdžių nebėra, tai dėl to aš taip toli nusileidau. Taip, tai galima būtų arčiau. Mechaninių stabdžių nėra. Yra stabdžiai. Tik tai su sparnais. Su sparnais, taip. Oho. Ir dabar galim atidaryti gaubtą. Pamažu, kad, žinai, nenukristų jisai. Va. Fū, nu, pažiūrėk į kamerą. Patenkintas tu? Laimingas. Ačiū tau, kad nupirkai kameras man, aš skraidysiu jau toliau, tai skalbėjai. Tai matai, jeigu darai dar gerą, tai visada gauni iš pasaulio kažkokį atlyginimą. Ja, tai va tau pasisekė. Dėkui tau. Nu ką, kaip šunį pakviesti? Koko, pas mane. Ateik. Opa. Koko, labas. Koko, matau. Koko, nu, pažiūrėk.
Ай, хорошо. Потянкин дался. Я поможу, поможу. Никакой не сулавчит. Меня посняли, как я вылезаю из пухача. Пух. Слушайте, ну как это? Сарай. Сарай, здесь жить можно. Здесь можно двоих в задней кабине, наверное, разместить. А что так коротко-то? Что коротко? Час летали. Блин. Что ты? Мы в трех потоках набирали. На, мясо подарим. С ускридом. Лобой Гарасорос, лобой... Ту потянкинтас? Лобой. И раз потянкинтас. То делка от Дарвена Жмогус прополя. Посидариса. Дарвена пилот. Так, и кандал. Друзья, еще один будущий планерист. Задача выполнена. Лобой, ачи там. Ну, юмс ачи. Юс ги отвечет ман, когда шритой скрадичу, камерс. Вот. Как герой виска сещаю. Венц привену. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Писо гаро. Спасибо, тисим. Чао. Ты и себя. Ну, и ты поджирек, ты поджирек. Куршуа. Ау. 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 Ау.